Доброго всего времени суток, с вами Тексер, Wild Terra. В этот раз я в ней в одиночестве, маэстро со мной не бегает. Опять попропадали, конечно, наши построечки, но я уже все восстановил. А в чем, собственно, тут забавность момента? Никого нету, все пропали. Игра, видимо, перестала представлять интерес, все сгинули. Между тем, так, лис пошли. Между тем, у игры обновление. Обновление состоит в следующем. Появились убежища, убежища, данжи на одного человека. То есть для соло игры с настраиваемой сложностью в случайных местах. Мне очень интересно, что это за хреновина такая. И плюс я хочу пособирать ресурсов. Совершенно наглым образом. Я взял бронзовую кирку. Я, как видите, в бронзовых доспехах. В силу того, что никого нет, я рассчитываю на то, что я найду что-нибудь хорошее. Обратите внимание, яблонь тоже не собран. Нет, ну я не говорю, что все ушли. Кто-то есть. Но людей стало крайне мало. Я нарезал кругаля вокруг своего логова. Но там никого. Просто пусто. И это обнадеживает. Это очень радует, потому что, честно сказать, многолюдство оно достало. Лучше ко мне возьмем. В общем, я надеюсь сейчас пошляться по равнине. Я надеюсь сунуть нос. Ну, нет, смотрите, бегают. Но тут же было. Тут были постройки. Тут как-то тихо, спокойно, прекрасно. Вот так и должно быть. Да, я, конечно, все в свою пользу, но все-таки, почему нет? Так, что мы хотим? Я хочу сейчас сходить на блуждающих огней, не знаю. Давайте сходим в лес блуждающих огней, я в спокойном ущелье не пойду. Там ПВП-зона, и тут ПВП-зона. И болото, по-моему, тоже ПВП-зона, но вот эту вот, до разбойничьей чаще я похожу. Мне же нужно сосен нарубить. Вот и нарублю сосен. Плюс я собираю медяху. Я надеюсь, что собираю медяху. Это кто такой? Корнеплод. Ну, не очень горит корнеплод, ладно, пофигу. Собираю медяху, собираю олово. Мне все это надо, потому что броню надо делать. За железом надо идти в зону ПВПшную. Я туда не очень хочу. А пока побегать тут, ну почему нет? Найду что-то интересное, ну спешу. Вот такие вот у меня намерения. Так. Так, давай. Чтобы оно прям вот туда на запад, туда на север. Где-то буду, видимо, запись останавливать, где-то снова запускать. Смотрите, медь, олово, дохренища. Все добудем. Все поплавим нахрен. Глина мне пока не нужна. Накрафтить себе известняк давай. Мне нужны шкуры. Вообще за шкурами нужно отдельный выход устраивать. Охотиться со страшной силой всякую живность. Но сколько-то шкур у меня есть, наквасились в прошлый раз. Я все-таки хочу удариться в металлургию в большей степени. Да, я намерен еще зайти в город, если что. Ага, намерен он. Заходу в город 666. Мимим прошел. Так, ну тут у нас лисюк ходит. Сказал, черт с ним, с известняком. Я по известняку немножко сейчас это отступлю. Что я хочу в городе? У меня есть 3 драгоценных камня. Я не помню, где я их взял. Видимо, вот где-то выкопал так вот. Я их хочу продать. Потому что это деньги. А я надеюсь, что все-таки я накоплю на доминиум побольше, который стоит подольше. Потому что имеющийся доминиум, он быстро очень кончается. Он упаковывается. И в итоге я остаюсь на голом месте. Мне надо строить заново. Смотрите, сколько лис. Ну, смотрите, там маленькие шкурки. Это неинтересно. И мне приходится строить заново. Мне это не нравится. Смотрите, как пусто. Вообще никого. Я не знаю, куда они ушли. Но я что-то не слышал о том, что новый материк появился. Ну-ка. Основной континент. Да. Материк не появился. Все ушли в данжи. Черт его знает. Но игра как-то опустела. Ну что ж, возможно, нам тогда с маэстро удастся... Чёртову этого некроманта приморить, пошел вон нафиг куда. Так, повар. Купить.
Что у тебя есть? Заметки кулинара. Это навык. Семена лука, ну да, это все можно посадить. Да, блин, я продать хочу. А, ну да, нормально. 25 медика. За это дело 50. Короче, любой камень 25 пойдет. Они мне все равно не нужны. Так, ну что, у тебя рецептов нету? Рецепты, видимо, у меня где-то здесь. Надо будет их просто посмотреть. Потому что я хочу... Майнинг фуд. Что такое майнинг фуд? Ну, неважно. Все, камушки продал, у меня теперь стало больше места в карманах. Что ж, идем к чаще. Да, лес блуждающих огней. Но, по-моему, там не сосны. Мне просто по заданию... Нет, не сосны, как ели. Мне по заданию надо срубить елей 20 штук. После чего я буду перегружен бревнами, конечно. Ну, черт бы с ними, притащу в нору. Не жалко, пригодится. Я только что пробегал, и все это отсутствовало. Это прекрасно. У меня еще горное дело лапается. А у меня, кстати, есть 6 кусочков железа. Ну, этих самородков. Но я единственное... Хрен на себе крупнистражненькое, я хочу. Но я пока не знаю, что с ними делать. То есть, специальная печка какая-то нужна, нет? Можно, конечно, наобум засунуть. И посмотреть, что будет. Так, что у меня, собственно, тут с известняками и прочей сранью? Известняк, десяток. Можно собирать дальше. Медях пока не очень много, но я все это соберу. Да, известняк тоже фигану. Раствор тоже надо делать. Кожевенное дело надо прокачивать. Че, как лох-то? Ничего не могу. Смотрите, я по дороге бегу. Тут люди обычно бегают по дорогам и собирают все вокруг. Я тоже бегу по дороге, и мне выпадает медь, олово и так далее. Тоже. Вокруг меня все это есть. Так, сосна. Сосна, вот лес блуждающих огней. Я пришел. Тополь. Гора печек. Гора корзин. Что у нас? Что за нуб тут живет? Ну, это такой откровенно нубская постройка. Ну, лес блуждающих огней фигня. Средний до минимум, да. А елок я тут не вижу, я вижу яблони. Ну что ж, пойдем. А будет печально, если это окажется в ПВП-зоне, потому что я в бронзовой броне, и мне бы не хотелось во что-нибудь вляпаться. Так что ладно, пошли на север. А мы уйдем на север. Леса 12 уровня. Я... Ух ты, кто-то построил тут, смотрите, веранду над рекой. Да, немножко с богоюзеством, потому что народ баги использовал вообще по-черному. Вначале в самом. Их постепенно искореняют. Тут были очень экзотичные постройки по результатам всех этих багов. Но это искореняют. Я надеюсь, все-таки искоренят. И тут все придет в божеский вид. Потому что, ну, жуткие постройки некоторые. Там 8 этажей заборы. На них к ним прилеплены комнаты. Сверху все увенчано сараями. Вообще эпично. Так. Что тут? Разбойничья чаще это пипец. Это ПВП. Ну, хотя, смотрите, людей-то нету. То есть я могу где-то по краешку рубить дрова. И при этом не рисковать, а? Я за все время встретил сколько? Одного человека. Новый уровень горного дела, это шикарно. Смотри, сколько меди. Я просто гору меди унесу отсюда. Потом забью печку дровами и... Олово, красота какая. Забью печку дровами и наплавлю. А следующий заход у меня будет бронза. Вот, куча бронзы. Возможно, даже как маэстро мечтает, я начну делать какие-нибудь бронзовые стрелы, еще что-нибудь такое. А, мечты, мечты, ладно, бронза тут. Конечно, бронза здесь побольше, чем в алхемии. Там-то вообще стимжут. Так, давайте я стрел крафтану. Да, у меня палок много, камней много. Так. Ну, немного я крафтану. Ветка-то у меня не вагон. Ну, уже хорошо. Так. Да, дошманский с каменным наконечником. На самом деле, больше-то тут не надо пока. Лиса, иди отсюда. Шалаш. Ну, блин, что тут? Только нету людей. Так, я в безмолвный лес почти пришел. Вот он к северу, безмолвный лес. Ну, а что-то меня мучает под... Это чё? Забавно. Во что я там буксанул, я даже не знаю.
Какая-то странь в траве спрятана, чтобы никто не ходил. Клен, ну вот, безмолвный лес тоже из какой-то хрени построен. Тополь на плющихе. Все понятно. Просто очень обидно, если меня долбанут, и все из меня выпадет, а я тут всякого собрал. Мне оно нравится. Так, мы входим. Разбойничай чаще. Да. Вот тут елки. Ель. Я ее, конечно, срублю. Ну, кританулась, но... А, слушайте, неуспешная эта фигня, да? Ладно. Надо срубить успешно. Ладно, 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 я срублю успешно. Палки тоже соберу. Вот там что-то зеленое сидит. Птица, что ли? Да, ворон. Я могу из него перьев добыть, конечно. Так, мне сейчас главное никого не встретить. Опа, там красная какая-то фигня. С красной фигней я, скорее всего, не справлюсь. У меня 20 деревьев, поэтому, извиняйте, буду рубить. Даже с бронзовым топором как-то не айс. Там медведь какой-нибудь или что-то. Лещина. Мне не нужна лещина, мне нужны. Кто там, блин? Ты кто? Вот он ходит, красный этот. Волк. 35 уровень. Да пошел нафиг, не хочу я. Черемша. Повышайте. О! Улей, собирательство. Забавно, собираем. Так, я мед получил. Вот это прекрасно. Волк может на меня напасть. Пошли отсюда. Нахрен. Что у меня с елками? 3 из 20. Да и что ты будешь делать? О, иди отсюда. Пошел. Да пошел в пень. Лиса, спасай меня. Лиса не хочет меня спасать. Сказать, идите нахрен, хозяин, чтобы с волком дралась. Ты что, с ума сошел? Не, может, я с ним и справлюсь, потому что оно сейчас нафиг не надо. Шанс успеха 41. Ну, не так, чтобы хороший шанс успеха. В такие места надо бегать с голой задницей. Чтобы было не жалко, если убьют. Так, вот внизу елка. К счастью, они... О! Вход в таинственное убежище. Вот оно. А, легко. Для расслабленного прохождения. Обычный уровень. Давайте нормально попробуем. Я, в принципе, вооружен. Это мастер... О, я мастер подземелья. То есть мне тут никто не навредит. Вот это нормально. Мышь. 25. Ну, давай посмотрим. Не очень, да? А ничего, там кровотечение пошло, там лисяка моя. О, она меня... А, лисяка ее. Я умираю. Но я живу здесь, я так понимаю. Чуть-чуть я не смог, но отвлекся на лисяку. Ну давай, 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 давай. Ну я, конечно, помру, но жив в подземке. Тут еще 4 таких, ну может не таких близких, возродиться. Вот он я. Я ничего не потерял. Ну с него зараженная шкура выпадет, я более чем уверен. Инструмент сломался, нож сломался, да? Вот это не фонтан. Нож у меня каменный. А нож у меня каменный. Чинить. Ну, вообще, офигенно. Так, это выбросить. Горшочек меда хорошо. А, что у меня ненужного? Блин, мне все нужно. Кора не нужна, не нафиг. Ну, как-то вот так. Мертвый путешественник. Обувь из шкур. Зачем я это делаю? Оно пропадет же все равно, ладно. А, деньги, 54 медика, хорошо. Черный перец. Ладно, возьму, хотя я не уверен, что мне это надо. А что?
Так, я лошара. Знаете почему? Потому что я, не подлечившись... Лиса, давай. Пинай ее, лиса. Да, надеюсь, лиса с ней справится. А, нет, лиса с ней не справится. Я остался без лисы. Да. Мне надо было восстановиться. А я так с голой жопой пошел. Да, ну ладно. Сейчас остановлюсь, поем. Раз, снова оживаю, здесь какая разница, да? Возродится. Отлично. Так, у меня ботиночки, да? Да, 8. Да, ботиночки меня обгрызли. Ботиночки у меня из барахла сделаны. Это обувь из сырой шкуры. То есть они вообще ни о чемные ботиночки. А из этого что-то надо все делать. Что-то надо съесть. Так, я фруктов сейчас нахомячу, у меня останется место. Но босиком это, конечно, не фонтан. Ну, при смерти очень сильно шатается все. Да. Давай, 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 доедай фрукты. Фрукты, овощи. Вот такие вот тут соло подземелья ввели, что там у нас. Крыса. Чуть со здоровьем, крыса. Здорово. Понятно, я помер, она... Одну не могу съесть. Ты ж собака. Ладно, выкинуть? Нет, выкинуть жалко. Хотя там 50. Ну, да, я жадный. Так, корнеплоды гоним. Из нуля их надо выжать. Чтобы восстановление было хорошо и так далее. Но 3 минуты ждать лисяку я не хочу, наверное. Хотя, блин, лис мне очень помогает. Лис прям... Так, это что делает? Критический урон. Вот с него надо начинать, кстати. Так. А? Не помогает. Так, что я жрал-то? А, корнеплод я ел. Все, не могу простую. Ага, хорошо. Давай непростую. Я мог какие-нибудь ветки выкинуть, на самом деле. Мне очень нужны. Так, до лисы 2 минуты. Нет, ну лису надо подождать обязательно. Так, и вот таких зверюшек тут... Еще 3 штуки, в принципе, одному человеку, они по силам одному человеку, с ним можно справиться. Куда ты ко мне идешь? Иди нафиг, не хочу с тобой общих дел иметь никаких. Так, это были типа грибы, а, типа мяса. Типа мяса у меня, по-моему, нет, да? Нет, мясо есть. То есть я сейчас 4 штуки вложу. Так, лиса 2 минуты. Это, блин, спорно все. Это все очень спорно, как это должно работать. Там крысий. Тут что? Тут еще крысий. Чумная крыса ли это? Бегает? Или не бегает? Там тоже тут бегает. 15 элита. Ну да, посмотрим. Да нет. А, лук-то. Все. Так, ладно. Тогда я единственное яблоко выкидываю. Черт с ним. Вот так я лук могу взять. Даже не знаю, лиса меньше минуты осталось. Давайте я подожду лису. Потому что лиса очень помогает. И тогда не знаю. Слушай, а тут есть что вообще подбирать-то? Что я сейчас на крысу нападу, а нафига? Там мышь летучий. А, вот так. Там нет ни... Оп, заваленный проход. Там нет ни хрена. А зачем мне туда ходить? Тут далеко можно пройти. Непонятно. Ладно. Туда не пройти. Нет, туда не... Иди отсюда. Иди, скотина. 30 секунд до леса. Я туда налево не пойду. А, смотрите, мужик... А, ну я его обыскал. Блин, как понять. Ну, вот этих я вижу. Но я вместе с тем не вижу...
Ну что тут собрать могу? Вот что. То есть тут ничего нету. Вот я провожу, видите, ничего нету. Но! Давайте вот так. Тайник. С материалами, здорово. То есть есть за что биться, да? Но аж с двумя. Зараженная летучая мышь. Ну что, лисяка, давай, пошли. Так, сейчас я по этой крысе жахну заряженной стрелой. По-быстрому переквалифицируюсь на меч. Все, теперь рубить. Самозабвенно. У меня там тяжелые щиты апнулись. О, блин, он со мной может справиться. Лиса, съешь ее. Все, лиса ее съела. А на самом деле мне нужно было убегать и на лису ее оставлять. Я сейчас еще знатно долбанул себе снаряжение. То есть у меня сейчас вылетят перчатки. Скорее всего. И вылетят портки. Нет, смотрите, не вылетит. Ну тут рыдание 25, вот. А, слушай, 275 так и осталось. А почему? Они так сильно не дамажатся? 270, короче, фигня. У меня с ботинками только не очень, а так все. Давайте крышу свежанем. Почему свежанем? Потому что... навык. Потому что навык. Навык нужен. Так, у меня сейчас фигня со здоровьем. Меня же убили. Блин, я смотрю, что у меня фигня со здоровьем-то? Меня убили. В общем, в какой-то момент надо отбегать. Пускай ее лиса треплет. А я там, не знаю, стрелой помогу еще что-нибудь такое. Потому что, ну, это издевательство так вот. Каждый раз помирать, это никакой брони не хватит. Так, а елок у меня 6 из 20. Маловато, надо еще 14 елок будет нафигачить. Но я буду ходить их рубить постепенно. То есть я сейчас не буду уже заморачиваться с ними. Я, видимо, буду полностью наслажден вот этими вот. Всем, что я тут найду. Так. Орехи. Куда прибавят орехи? Я не понял, куда орехи прибавляют, сейчас скажу. Орехи прибавляют в грибы. То есть орехи от грибы. Прекрасно. Я что-то такое подозревал. Вот куда? Че мед делает? Непонятно. Смешанная сытость. А это во всех, что ли, оно? Ну, потому что как-то ему, к чему-то одному. Так, грибобасы я апнул. Отлично. Так, ну что, пойдем. Тут ни хрена. Так, ну давай. Так, это семерик надо нажать. Семерка у меня. Семерка. А, лук не взял. Ага, я понял. А, надо разломать. Ага, и там мне люлей дадут, да? Ладно. Че, я не срубил? Да блин! Чем меня убьют? Заразным укусом убьют. Убегай нафиг, дурень. Упустил немножко свой шанс. Надо было мне стрелой жахнуть, пока она там её прибила. Ладно, я сейчас встану. Кто-то упадет. Тут немножко про... Она лечит собака. Ну, ёлки. Тут проблема в том, что я близко к ней. То есть я прорубаю проход. Но не-не-не-не-не-не-не. Блавище. И тут же она меня атакует. Доски. А вообще доски, знаете, это ресурс. То есть, в принципе, это тоже хорошо. Сейчас я восстановлюсь.
Что-то по времени. Нормально. Дочищу это подземелье. Ну, смотрите, я двух вижу теперь. Только всего лишь. Там, по-моему, кто-то еще есть впереди. Но я не могу карту всего подземелья посмотреть. Так, хомячьи яблоки. Хомяч. Чем еще из еды? У меня, собственно, вот жареное мясо и яблоки, и все. О, куда еду девать, да? А, вот сюда. Мед, смешанный с этой. Давайте попробуем. А он почему-то дал в грибы. В числе прочего. Давай я его съем. Возможно, из него что-то можно готовить. Может, нет. Я не знаю, я его съем. Пусть будет. В корнеплоде ничего у меня нету. То есть у меня не все восстановлено, поэтому он в сытость не идет. Так, давайте пока сбегаю, посмотрю. Это что такое? Кора? Яблоки. Сюда давай яблоки возьмем. Пришло их время. Да. Так. По-моему, я с голой жопой уже бегаю. Вам так не кажется? Нам так кажется, у меня брони вообще нету. Ладно. Может быть, следующей мышью справлюсь, не уверен. А что там? Слушайте, давайте я прорублю тут проход, просто посмотрю, что... А-а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 . Кто? Крыса? 15 лет. А мышь сколько? Мне что, попроще бы. 25, но не элит. Вот пойди пойми, что лучше, да? Я и с крысяком тут с трудом, а без брони-то мне вообще кердык. Просто там вот есть. То есть тут их, наверное, много. Блин, посмотри, что там. Как бы мне бы так развернуть бы. Наверняка там какая-то сволочь ходит, кроме вот крысятины. Блин, интересно, что маэстро сегодня со мной нету, а? Мы бы вдвоем тут мы управились бы. Ну, все так с голой жопой. Как смерть ушатывает эти доспехи. Или мы с ним-то на некроманте их пошатали, а я их не починил. Вот тоже непонятно. Не помню, по крайней мере. Возможно, мы их на некроманте потратили. Я уже в побитых пошел. Я перед выходом не смотрел, целые у меня доспехи или нет. Но смерть... Перчатки свалились. Напузник был. Да? Куртка из кожи у меня, не напузник. Наплечники. Да. Давай, лиса. Если я сейчас с мышью не справлюсь, тогда нафиг эту пещеру, Али-Бабы, пока отложим. 25 уровень. У меня уровня нет как такового. Титул без титула. А титул можно? Без титула. Портрет? Рамка. Портрет. Погодите, а был портрет? Галадриэль какая-то. Так. Чё-то мне никто не нравится, господа. Это более благородную рожу выберем. Вот так вот. Рамка. Без рамки. Я понял. Ничего мне не светит. Ну, может, титулками потом дадут. Но пока фигня. В общем, по-моему, этого не было. Так что у меня с уровнем? Есть ли у меня уровень у самого? У меня, похоже, нет уровня. Что это? Задание. Не надо. Гильдия. Вот. Гильдия, группа. Нету. Вот тут. Тут нет уровня. То есть я теряюсь в догадках, какой у меня уровень. Наверное, у меня, похоже, его действительно нету. Лису надо качать, конечно, потому что... Ты что, почувствовал, что тут что-то есть? Ну что, попытка. Так, 3. Фу, собрались. И фигачим. Ну ничего, пока держусь. Справился. Свежанем мышку. Да, мне не надо эти шкуры ваши. Так.
Знаете, предполагаю, что тут какая-нибудь срань еще сидит. Доски, 6 досок. Я неплохие ресурсы получаю на самом деле. Бронзовый молоток вообще шикардос. Так, это... Глина. В пене уперто сидит. Так, у меня со здоровьем беда. То есть моего персонажа потрепали вообще по первое число. И меня тут ждут две элитные крысы. Сюда крыса и сюда крыса. Надо сейчас моему персонажу восстановиться. А за что я буду биться здесь? Не видно. Пока не видно. Но сюда опять рубить. А рубить это нарываться на крысюка. Хоть он там у дальнего края сидит. Я не знаю, что только я прорублю, он меня атаковать будет. Поэтому вот лучше вот этого. Потому что сейчас я очень хорошо из лука эту мышь летучую снял. Мне прям понравилось. Стрелами у меня еще барахло. Если у тебя еще стрелки хорошие, я чисто скиллом вот этим долбанул его критом. Ну, тоже не очень много, но в целом приятно. Сейчас я чуть-чуть восстановлюсь и можно продолжить. Тут, стоп. Тайник, елки. А что, в каждой комнате? Так. Какое барахло я сюда положил? А, ладно. Пусть тайники остаются. Чем мне действительно? Оно же пропадет вместе с подземельем. Так, давайте этот тайник поищу тоже. Нет? Нет. А тут за что боролись? Тут тоже тайника нет. Вот так вот. Не везде они есть. Ладно. Все, я подлечился. Где мышь? Мышь далеко ушла, что ли? Сейчас нарвусь. Вон она, крыса. Так. Лук есть? Жахай. Два. И теперь рубим ее. Вот сейчас она меня может убить. Она реально элита, она реально злобная. Фу. Ну и один удар до меня остался. Я бы сказал. Желчный пузырь, кстати, пойдет. Реально пойдет. Его на что-то такое изводят. Короче, какую-то из него настойку делают. Ну, не настойку, а вот эту вот. Раствор какой-то делают. Так. Яблочко навернем. Мяско навернем. Я вообще могу... А, ну это от кровотечения. То есть он чисто холсу, наверное, не дает. Ну что ж, погнали смотреть. Чего я тут? За что я бился? Это важно. Я отважно бился, походу, за то, чтобы сразиться с кем-то еще. Шикарно. Медь прям. Нет, я... Вернее, олово. Я бы олово... А, это летучая мышь. Крыса-то летучая. Железо. Так себе. Так себе подземелье, на самом деле. Ладно, еще чуть-чуть сижу. Ай-яй-яй, кыш. Мыша. Но мышь легче крысы, поэтому я с ней, наверное, справлюсь. Подземелье, кстати, большое. Возможно, не в PvP-зоне такое подземелье будет получше. Возможно, в PvP-зоне такой хардкор. Давай. Мне нужно все мое здоровье. Лиса, я надеюсь, ты 13 уровень хотя бы хапнешь тут. Потому что оно того стоит. Нет, места, чтобы снять. Я что тут? Да, блин, мышь, иди нахрен. Мышь позорная. Я перец выкину. Или... Ладно, камни. С камнями проще. Что у меня еще с собой хреново есть? Ветки? Ну, ветки, да, барахло. Давайте камни возьму, а вот ветки выкину. Почему? Потому что ветки я еще нарублю. Так, вот теперь. Отлично. Все, я здоров. Так. Так, я надел тяжелый щит. Так, мне лесу-то побили как. Бей ее.
30-ка, блин. Убил. Фу, опять на последнем. 9 хп осталось. И я не мог одеться почему-то. Я не знаю, почему. Слушайте, а чем я ее сейчас бил? Я ее сейчас не мечом бил? О, елки. Так, этот тайник с материалом я уже открывал. Да, да. Я ее сейчас бил не мечом. Я ее бил кулаком, походу. Ну, ладно. Еще железо, отлично. Это что? Известь. Известь, это почти известняк, но пережженный. Елки, у меня... Элитный крыс. Пещерный паук, уровень 30. Это не элитный крыс, конечно. С другой стороны, я не выздоравливаю обратить. А, у меня это должно восполниться. Что охраняет паук, черт возьми? Ну, 30 уровень он меня сделает. В общем, что? Надо получше снарядиться. Я это открыл. Да. Надо получше снарядиться, взять побольше еды, потому что сейчас у меня еда слаба. И у меня уже полный карман и всего. Вряд ли я что-то тут офигеть. Ну, я могу, конечно, известь выкинуть, допустим, да. Но 30-го паука я, скорее всего, не сделаю. Я даже, скорее всего, чумную мышь эту не сделаю. Поэтому давайте на выход. Было неплохо. Я теперь знаю, что такое подземелье вот эти. Давай, давай, давай. Игра задумалась. Ну, я могу что-то порубить, на самом деле. Но я лучше уйду. О, птица бежит. А знаете, развернулся на 180, я молодец. Вот так. И вправо. Да, блин, зачем я повернул? Я не знаю. Так. А кто-то на границе живет. Молодца. Так, корнеплод заточим. Выпало. А что мне не нужно в кармане? Проще сказать, что мне нужно в кармане? Давайте бревно выкину. Бревно, конечно, они нужны. Но где корнеплод выпавший? А пофигу, еще найду. Месторождение Волова. Я все время читаю месторождение меда. Не меди, а меда. Вот корнеплод. Ну, чтобы здоровочка просто побыстрее шло. Ну. А корнеплод? Вот, вроде как все 4 еды у меня задействованы теперь. Все, елки я пока не рублю, потому что это может плохо закончиться, а именно выпиливанием меня со всем имуществом, а я этого не хочу. Поэтому пока нафиг. Так, медяху. Что ж, пойду на базу. По дороге пособираю все, до чего дотянусь. На этом пока все. Жмите, пишите. До новых встреч.